России существует много необычных праздников, и один из них – день рождения тельняшки. Он отмечается сегодня, 19 августа. И хотя праздник не является официальным, он все равно весьма популярен. Еще бы, ведь тельняшка – это непременный атрибут десантника и моряка, а у России, как известно, два друга – армия и флот. А откуда вообще пошла нательная полосатая рубаха, в народе именуемая тельняшкой? А из-за того, что люди тонули, и в волнах не всегда можно было увидеть человека. Ну, как зебру вот на дороге, ее же видят. И для чего располосатели-то? Чтобы было заметно. Элементом десантного гардероба тельняшка стала в 1969 году усилиями отца крылатой пехоты Василия Маргелова. В прошлом он был морпехом и считал, что десант имеет не меньшее право на ношение тельняшки и берета. Своим волевым решением он добился того, что тельняшки, правда с небесно-голубым цветом полосок, стали неотъемлемым атрибутом ВДВ. Спустя десятилетия тельняшки стали носить пограничники. У них полоска зеленая. И внутренние войска. У них алая. Военных в полосатых рубашках объединяет одно. Все они гордятся правом носить свою тельняшку. Немцы при виде только тельняшек наших, они в ужасе бежали. Почему? Потому что Шварценеггер, черная смерть. Вот был бронежилет, тельняшка. Но ее боялись больше, чем каких-либо других защитных там или там нападающих. Ни автомата, ни пулемета. В тельняшках идут ленточки в зубы и вперед. А что же гражданские? И они полюбили тельняшки. Этот элемент одежды вошел и в большую моду, и в повседневный обиход еще в начале 20 века. Гражданские тельняшки бывают любого цвета и фасона, с любой шириной полоски, а носят их и мужчины, и женщины. Тельняшку мы видим, наверное, в гардеробе любого человека, и не только человека, но еще и любого возраста. То есть даже здесь нет ограничений, от маленьких детей до взрослых уже людей. Подходит, по словам стилиста, тельняшка практически всем, а надевать ее можно куда угодно. Это базисный предмет гардероба. Правда, следует следить за тем, чтобы тельняшка подходила вам по фигуре. Гражданская полосатая рубашка не должна плотно облегать тело. Это очень лаконичный элемент гардероба. Она простая по крою, поэтому ее легко посадить на любую фигуру. Желательно, чтобы она не обтягивала, так скажем, ваше тело, тогда это будет смотреться более элегантно, чем когда это обтягивает, да? Кстати, известным популяризатором полосатой рубахи является французский модельер Жан-Поль Готье, представивший в 90-х годах несколько коллекций в сине-белую полоску. В честь праздника, дня рождения русской тельняшки, ее поклонники и те, кто носит полосатую рубаху по долгу службы, чествуют свою любимицу. В некоторых городах, к примеру, в Санкт-Петербурге, даже проводятся официальные торжества. Ульяновск, правда, пока не в их числе. Ждем на будущий год. Андрей Творогов, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.